В галерее «Арт-Этаж» стартовала выставка «Sis Planet. Открытая планета», которая приехала во Владивосток из Республики Корея. Ее создали люди с особенностями развития, для которых изобразительное искусство – это способ передать свои интересы и чувства. Ли Ин Гю одну из картин нарисовал по своим первым впечатлениям от Владивостока. На ней изображена кошка по имени Коко в зимней шапке. Две картины, которые я представляю здесь, во Владивостоке, это «Литл Коко» и «Маленькая Коко». На картине изображены кошки. На выставке представлены 36 работ 15 южнокорейских художников разных возрастов. Это, конечно, такой яркий пример того, как крупные коммерческие компании, правительственные организации могут помогать творческим и талантливым детям развивать свой талант, чувствовать себя полноценными членами общества, жить и развиваться. Главный итог проекта заключается в том, что художники могут открыто не только выражать свои чувства на холсте, но и говорить о них на публике. Посетить выставку в галерее «Арт-Этаж» можно до 28 января. Вход свободный для всех желающих. Евгения Брыкина, Диана Иванова. Новости на Восьмом.